Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 24-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент GridBox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке я хочу вам показать плагин «Всплывающее окно» или «Модальное окно». Вот этот плагин. Давайте зайдем. Я помещу его в центр. Изначально он выглядит как кнопка. Если мы сейчас сохранимся и сразу пройдем на сайт, то у нас выскакивает вот такое вот окно. То есть, смотрите, не обязательно его делать модальным. Можно сделать, чтобы вот так оно выскакивало справа или слева. Ну и, соответственно, любой контент внутрь можно поместить. Давайте посмотрим настройки. Заходим внутрь. Option. Первое. Как появляется? Вертикал, горизонтал или Lightbox? Вот Lightbox — это как раз-таки и есть всплывающее окно. Дальше. Ширина всплывающего окна. То есть мы можем вот так вот кликнуть и сразу в режиме редактирования видеть, как оно выглядит. То есть если делаем вот такое вот, то и, соответственно, вы видите, оно возникает шире. Так, давайте рассмотрим сначала вот эти настроечки. Сделаем здесь поменьше. Close button, то есть цвет кнопки закрыть. Ну, давайте сделаем красным. Background overlay, то есть затемнять окно, вот затемнять весь сайт, который находится за всплывающим окном. Можно выбрать какой-то цвет. Давайте возьмем красный и посмотрим. Нажму Save. Обновлю страницу. Вот вы видите, затемнил все красным. И кнопка закрыть красная. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Теперь давайте настроим саму кнопку. Лейбл. Что написать на кнопке? Я напишу просто открыть. Если нужна иконочка, можно выбрать здесь. Или если крестик, то иконочки не будет. То есть, например, я возьму какую-то иконочку. Вот это. А где отображать иконку? Слева от текста или справа от текста? И размер иконочки. Дальше style. Также где разместить внутри контейнер центр лево-право. Также шрифт для текста на кнопке. Можем поставить наш. Сразу же. Значит, BD color — цвет самой кнопочки. Color — это цвет текста и иконки на кнопке. И, соответственно, размер текста на кнопке. Дальше у нас идет border. То есть это у нас скругленные углы, например. Цвет рамки, да, и толщина рамочки задается вот здесь. Например, вот так. Дальше hover. Ну, это у нас при наведении. Смотрите, я навожу мышь на кнопку, она у нас серая. Смотрите, color — это цвет текста, меняется на серый. Оставим, например, белый. А цвет поменяем на какой-нибудь черный. Ну, это просто для примера, грубый такой пример. И цвет рамки ниже. Дальше, padding. Ну, это внутренние отступы. Это вы уже должны знать. И, в принципе, margin — это внешние отступы. Все, save. Идем на сайт и обновляем страницу. Вот у нас при наведении вот так меняется кнопочка. И всплывает окошечко. Теперь что касается самого всплывающего окна. Для этого мы в режиме редактирования кликаем по самой кнопочке. У нас всплывает окно. И вот здесь мы видим как раз контейнер. Во-первых, мы можем здесь добавить еще колонки. Вы это видите, чтобы разместить там еще какой-то контент. Это я сейчас удалю. Далее мы можем здесь также сделать во всю ширину окно, во всю высоту, если это нужно. И добавить любой контент. Видео бэкграунд даже можно сделать помимо какого-то еще контента, да? Картиночку, например. Давайте для примера вот я залью. Вот, всплывающее окно будет с такой картиночкой. Save.
открываем окно и, например, можем что-то добавить. В общем, все что угодно. Плагины, HTML код, все что угодно. Я уже добавлять не буду, но на сайте давайте посмотрим. Обновлю страницу, смотрите, я кликаю, и у меня во все окно всплывает вот такая картинка, на которой может быть любой ваш контент. Даже, как я уже сказал, сзади может быть видео с бэкграунд всплывающего окна. То есть вот такое вот крутое всплывающее окно можем сделать в Gridbox. На этом урок закончен. Надеюсь, он вам был полезен. Если это так, то ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Завтра как раз будет классное видео по Gridbox. Не пропустите. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Я недавно ее создал. Ссылочка будет в описании этого видео. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.